журналистка Ксения Собчак заступилась за певицу Глюкозу, настоящее имя Наталья Чистякова, против которой ее бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить иск из-за концерта в Красноярске. По ее словам, экс-руководитель решил воспользоваться скандалом на фоне трагедии в семье певицы. Конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией, написала Собчак в своем телеграм-канале. Она также заявила, что знала об истинной причине состояния певицы во время эксцентричного выступления. Сама Глюкоза заявила, что во время концерта на нее подействовали снотворные антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки, которая растила ее. Чистякова также подчеркнула, что впервые в жизни принимает данные лекарства и не знает, как они на нее будут действовать. Еще 20 июля певица выступила на Дне Металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на ее неадекватное поведение. Максим Фадеев заявил, что решил совместно с юристами подготовить иск к Глюкозе, который лишил бы ее права пользоваться псевдонимом и исполнять хиты.